Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что остановить войну в Нагорном Карабахе с меньшей долей деоккупации захваченных азербайджанских земель было невозможно. «У нас не было возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями», подчеркнул он накануне в ходе правительственного часа в парламенте. Оппозиционный депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян спросил у премьера, означает ли это, что ставятся под сомнение слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения войны на более выгодных для армянской стороны условиях с сохранением контроля над Шушой. Пашинян ответил, что детально касался этих вопросов ранее в своих интервью. В продолжение армянский премьер заявил, что подобные разговоры являются мифом. «Мы предприняли ряд шагов, чтобы прекратить войну как можно скорее. 12 октября в Москве был заключен договор о перемирии и продолжении переговоров в формате Минской группы ОБСЕ», сказал Пашинян, добавив, что за все время переговорного процесса не было ни одного варианта урегулирования, не предусматривающего возвращение азербайджанских беженцев в Шушу. «Азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%, напомнил премьер. «Вы хотите сказать, что город Шуша, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?» – задался вопросом Никол Пашинян.